Юра выложился на все 100 на первенстве Московской области по футболу. На игре получил травму. Но для него это не причина пропускать тренировку. За 12 лет в спорте случалось разное. Игра тяжелая, готовились к тренировке. Тренерский штаб у нас прекрасный просто. Готовят к каждой игре. Коллектив, победа. 2-0. Одинцовские футболисты обыграли команду «Химок» в 14-м туре регионального первенства. Это совместная заслуга спортсменов и тренеров. Наставники не только передают свое мастерство воспитанникам, но и всегда готовы оказать моральную поддержку. Перед ответственными матчами это особенно важно. Ну, самое главное – давать верить в ребят своих и давать им почву для развития, для свободы, чтобы была свобода действий у них, и при этом направлять в нужное русло, если что-то идет не так, подсказывать. Настоящий успех никогда не приходит сразу. Юные футболисты хорошо понимают эту спортивную истину. На поле Марк отрабатывает упражнения для вратарей. Это амплуа он выбрал не случайно. В будущем мечтает стать профессиональным игроком. Еще когда мне было 5 лет, мы с братом ходили во двор, все время стояли на воротах. На центральном стадионе тренируются сразу две команды – 2008 и 2012 годов рождения. Ребята выкладываются по полной, ведь не за горами и завершение первенства Московской области. Конец октября для футболистов станет решающим. В общем зачете мы делим 5-6 место среди самых лучших команд Московской области. Я надеюсь, что чемпионат закончим не ниже этих мест, а постараемся еще запрыгнуть в тройку, что для нас, как для дебютантов в этом году, будет очень престижно. А пока усердные тренировки. Следующая игра в рамках первенства области пройдет уже в это воскресенье. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».